Ты думаешь, мы причиним зло твоей семье? Я думаю, что все мы способны на все. По-моему, ты сходишь с ума. Я мститель или убийца? Мне нужны доказательства, что все, кого мы убили, причастны к Мюнхену. Я не обсуждаю такие вещи с людьми, которых не существует. Хочешь поговорить, возвращайся в реальный мир. Неужели ты хочешь, чтобы твоя дочь росла в изгнании? Доказательства. Профессор Хамшари со своим ребенком и прекрасной женой. Он был замешан в неудачном покушении на убийство Бен-Гуриона. Набирал бойцов и французский Фатх. Вы его остановили. Мы должны были привести его в Израиль. Азвайтер, безобидный писатель в Риме, был виновен во взрыве самолета авиакомпании «Эляль» в 68-м. Он готовил и новый взрыв в прошлом году. Я могу продолжать до бесконечности. Но все твои улики в глаза никто не видел. Если эти люди преступники, мы обязаны были арестовать их, как Эйхмана. Пока эти люди живут, израильтяне умирают. И что бы ты ни говорил, Абнер, тебе известно, что это правда. Ты хорошо поработал, но недоволен. Я убил 7 человек. Но не Салямы. Мы доберемся до него. Думаешь, у тебя была единственная группа? Это большая операция, вы лишь одни из участников. Это притупляет твое чувство вины? А мы добились чего-нибудь? На место убитого пришел еще более жестокий зверь. А зачем людям ногти стричь, все равно отрастут. Мы убили их, чтобы сменить руководство террористов или руководство Палестины. Объясни мне, чего мы добивались? Ты их убил во благо государства, которое решил бросить. Которое строили твой отец и мать, в котором ты родился. Ты их убил за Мюнхен, во имя мира, ради будущего. Во что бы ты ни верил, к мирному исходу это не приведет. Ты сам это знаешь. Я знаю одно. У твоих отца и мамы никого нет. Ты Сабра. Твоя Дафна и твоя дочь Сабры. Пора возвращаться домой. Я хочу пригласить тебя к себе. Ты путник, ты еврей, и в какой-то книге написано, что я должен тебя пригласить, чтобы преломить с тобой хлеб. Ну что, преломи со мной хлеб, Эфраим.